С помощью такого понятного и удобного инструмента, как колесо беременности, можно определить такие показатели, как срок беременности, предварительную дату родов, рост и вес плода, а также знак зодиака малыша и год его рождения по восточному календарю. Обращаем ваше внимание на то, что ссылка на данный калькулятор находится в описании ролика. Также вы можете видеть ее сейчас на экране. Чтобы воспользоваться калькулятором при условии, что срок беременности неизвестен, необходимо прокрутить внутренний круг таким образом, чтобы зеленая стрелка указывала на первый день последней менструации. Допустим, 13 апреля. При этом стрелка сегодня укажет на текущую дату, рост плода 14 мм, вес 0,9 грамма и неделю беременности. В нашем случае это 7-я неделя. В свою очередь стрелка ПДР укажет на предполагаемую дату родов. Это 18 января. Кроме того, данная дата будет указана в нижней части диска. Зеленая стрелка укажет на первый день последней менструации. Если срок беременности известен, то следует прокрутить внутренний диск так, чтобы стрелка сегодня указывала на срок беременности. Например, 13 недель. В таком случае эта же стрелка укажет нам на длину плода 10 см, вес 31 грамм и текущую дату. Стрелка ПДР укажет на предполагаемую дату родов. Это 7 декабря. Эта же дата будет указана также и в нижней части внутреннего диска. Зеленая стрелка укажет на первый день последней менструации. Кроме того, этот же день будет указан и в верхней части внутреннего диска. В нашем случае это 2 марта. Этот универсальный калькулятор беременности или гестационный круг пригодится и после родов, поскольку поможет узнать дату последней менструации перед наступлением беременности. Для этого достаточно установить стрелку ПДР так, чтобы она указывала дату родов. Например, 22 января. Тогда зеленая стрелка укажет нам дату последней менструации перед беременностью. Кроме того, эта дата будет указана и в верхней части внутреннего диска круга – 17 апреля. Помимо перечисленных характеристик, с помощью гестационного круга мы можем узнать, сколько недель и дней осталось до родов, а также знак зодиака и год рождения малыша по восточному календарю. Внизу приведена понятная пошаговая инструкция использования гестационного круга. Помимо гестационного круга, на нашем портале представлены и другие калькуляторы беременности, воспользовавшись которыми можно рассчитать срок беременности и предполагаемую дату родов по последней менструации, по первому шевелению плода, а также узнать идеальный вес мамы и малыша в материнской утробе.